страшное заболевание. Сначала нос вроде как обычный, но постепенно образуются вот такие вздутия. Ничего, все. Это как оно начинается. Обезображивает лицо человека очень сильно. Вот одно из объяснений, что такое ринофима, почему она возникает. Но это неправда. Причина заболевания до конца не выяснена. Однако считается, что ринофима является третьей стадией розовых угрей. Это неправда. Вот к чему приводит ринофима. Клиник лечит данное заболевание. Но такие лечения, они полностью не излечивают, и возможность возврата к ринофиме, вероятность высокая. Вот, предлагаю даже в Израиле лечить данное заболевание. И вообще лечат очень многие и в нашей стране, за рубежом, но лечат не так. То, что я открыл случайным образом. Возможно, не всем поможет, но вот мне помогло. Вот примерный способ, как заполучить данное заболевание. Ну, это как один из видов данного заболевания. Вот как я предполагаю, развивается данная ринофима. Ну, это мое предположение только. Я же не могу доказать медицинской практикой или каким-то иным способом.